Всем привет, с вами Нескафе, и сегодня я покажу, как сделать стандартный конфиг в Counter-Strike Global Offensive. В прошлом видео я показывал то, что надо прописывать в консоли, но некоторых не получается, у меня тоже. Вот. Ну, у меня до этого получалось, и потом сбилось, и все, и как получается, у меня оставался тот же конфиг. Вот. Для того, чтобы поставить стандартный конфиг, вам надо скачать программу Scrapper. Вот, открываем ее. Если у вас запущен Steam, то закрываем его, но он сам откроет. Вот. Тут выбираем устранение проблем и очистка. Тут нажимаете выполнить, очистить .blob файл из каталога Steam, и игровые конфиги тоже все нажимаете. Вот. Вот это все выбираете. И, ну, да, для дети. Вот. Вот, выполнить очистку нажимать. И тут выполнить. Но я это делать не буду, потому что я все сделал. Тут можно также сделать редактирование конфига. Вот. Закрыть программу, да. Теперь открываем Steam. Так, вот, открывается. Все, запустился Steam. Переходим в библиотеку. Здесь нажимаете на Counter-Strike Global Offensive правой кнопкой мыши, свойства, локальные файлы и проверить целостность кэша. И все. У вас, когда пройдет проверка, он автоматически установит недостающие файлы, ну, которые мы удалили, в общем-то. Все. И потом, когда зайдем в CSGO или Counter-Strike Global Offensive, вы должны прописать exec. И нажимать на tab, вот, exec, там os, должны найти такой файл default, ну да, default, потом снова exec, config default и exec.360, вот. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.